А я на фронт. Ты береги себя, мой родной. Не переживай, мам, я вернусь живым обязательно. Вражеское кольцо смыкается все плотнее. Товарищ капитан! Где связь? Кто-то обрезал провода. Полагаю, Никитин был уверен, что кабель обрезал кто-то из своих. Странно, что происходит в батальоне. И все-таки, я надеюсь, это были диверсанты. Страшно подумать, если враг среди нас. Я почти уверен, что у нас в батальоне предатель. Допустим, ты прав. Допустим, враг есть. Ну, значит, под подозрением все? Готов к этому? В данном вопросе даже друзей исключать нельзя. Приказа умирать не было. Есть у меня один план.